Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 29 октября 2024 года. И нашим красавчикам, деткам Ксюше и Левушке исполнилось 3 недели. Это помет на буковку У. Это мальчик длинношерстный, лиловый, триколор, которого я решила назвать Урмас. Лило Дримс. Лиловая мечта. Если у нас все будет хорошо, вот на сегодняшний момент я не вижу у него никаких тут дефектов, отклонений по прикусу, например, по внешности, то, наверное, он останется жить с нами, потому что очень он мне нравится на самом-то деле. Очень уж он красивый. Но в продаже есть длинношерстный мальчик такого окраса. Это Нафанька, которому уже 6 месяцев. Он готов переехать в новый дом. Продается по очень демократичной, на мой взгляд, цене. 70 тысяч рублей. А вот этот ребенок, если я передумаю оставлять его себе, посмотрю, как он будет расти и развиваться, будет в продаже за 120 тысяч рублей. Папа у нас Левушка. Мы уже научились говорить рыгав. Ну, хотя бы вот этой нахалке, тетке Джинке, родственнице, которая тут мешает мне снимать видео. Мы вот такой медвежонок. Классный. И если вам интересно посмотреть, как будет расти и развиваться наш красавец Урмас, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!